впервые на светский раут привожу, на прелесть ее степные зимней робостью гляжу. Сквозь тесный ряд аристократов, военных франтов, дипломатов и гордых дам она скользит. Вот села тихо и глядит, любую шумной теснотою, мельканием платьев и речей, явлением медленных гостей, перед хозяйкой молодою и темную раму у мужчин, вкруг дам, как около картин. Зачем он здесь? Кто он таков?